Вообще-то панк — это не музыкальный жанр. Это стиль жизни, это способ выразить свой протест массовой культуре. Это особое мировоззрение. Это... Ой, да иди ты в жопу! Прив, что дело? Сегодня мы с вами будем сочинять панк. Знаете, есть такие люди, которые прочитают много информации, и потом им становится обидно, что вот они такие молодцы, так много всего знают, но никто не может это оценить. И начинается. Это не скины, а боны. Это хардкор веган стритэдж краст. Это ты ничего не понимаешь. Ты не шаришь. Тут все неправильно сказал. Ты вообще... Да. Ну и вообще это относится к любой сфере жизни, что везде есть такие люди, которым обидно, что... Они так много времени потратили на изучение бесполезной информации. Так что давайте без этого. Сегодня мы сочиним такую песню, чтобы при прослушивании было понятно. Вот это панк. А то бывает, слуханешь что-нибудь в панк-паблике и думаешь, это веган-хардкор, анархо-стрейт-эдж, краст-панк или диско. Короче, формула проста. 4 аккорда. Не-не, что-то это не так, нет, вот так. Вот это уже похоже на правду. Президентом хочешь стать, чтоб страною управлять, чтобы было хорошо. После смерти хорошо. Скажу честно, это не я придумал, это уже давно все используют, даже Noise MC. Я вчера пришел домой бухой и дел наделал сразу. Зашел в сортир и обоссал всю крышку унитаза. Конечно, свет не погасил, и маме здрасти не сказал. И в коридоре, что из сил, кота ногой. Если вы всегда слушали Король и Шут, но вам было обидно, что true панки не признают это за настоящую музыку, то прямо сейчас мы исправим эту несправедливость всей вашей жизни. С головы сорвал ветер мой колпак. Я хотел любви, но вышло все не так. Ничего в жизни не вернуть, и теперь у меня один лишь только путь. Разбежавшись, прыгну со скалы. О-о-о, вот я есть, и вот меня не стало. И когда об этом вдруг узнаешь ты, тогда поймешь, кого ты потеряла. Кого ты потеряла. Теперь можете смело плевать в рожу всем хейтерам Киша. Хотя они, наверное, привыкли. Про что же поют панки? Ну, про равенство, свободу, братство, классовую войну. Ну и про то, как классно на халяву посрать в Макдональдсе. В общем, текст опять никакого значения не имеет. И я вам раскрыл только что секрет всех панк-каверов. Просто берете любую песню и кладете ее на 4 этих аккорда. Водил меня Серега на выставку Ван Гога. Там было тёлок много и нервы как канат. Но я не недотрога, дала понять с порога. На выставке Ван Гога я главный экспонат на лабу. Эта схема, кстати, работает и в обратную сторону. Стоп-система, стоп-заводы, стоп-политик, стоп-законы, стоп-все деньги, стоп-все войны и проблемы беззакония. Анархия, 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 анархия. Анархия. Стоп, все люди, все границы и военные гробницы, порно-бизнесы, наркоманы и крысиные подвалы. Анархия, анархия,
анархия, анархия, анархия.